В столице Югры выборы главы государства завершились митингом. Его посвятили воссоединению Крыма с Россией. В парке имени Бориса Лосева собралось более 1000 активистов. Это и общественники, и чиновники, и сотрудники городских предприятий. Напомню, 4 года назад президент страны, руководство Крыма и мэр Севастополя подписали договор о вхождении республики и Севастополя в состав России. Митинг в поддержку этого события прошел в Ханты-Мансийске уже в 4-й раз. Я люблю Крым, у меня родственники там, и всегда там бываю, всегда встречают хорошо. И Крым всегда был русский, и мы там гости, и я люблю Крым.